прежде всего, это гречка в нашу копилку, это главная цель. Мы победили, мы рады. Конечно, не все давалось гладко, игра была сложная, напряженная, и есть над чем команде еще поработать, но мы победили, да, следовательно. Спасибо. Анатолий Анатольевич, вам слово. Надбирал с победой. Мы сегодня были очень медленны. Это наша худшая игра в катании. То есть не было самоотдачи полной. Перешли на 3-5, вроде что-то начал получаться, но подарок Варламея все сломал с конца. Спасибо, коллеги, вопросы? Анатолий Анатольевич, скажите, уже решено, сколько игроков планируется привлекать из молодежки? Нет, это не решено, но поездка сейчас поедет, очень молодая вас. Скажите, Александр Шевченко поедет на выезд с командой? Да, он сегодня раздевался, вторым вратарем. Сегодня Проскуряков здорово играл.